Господь благодати. Мы продолжаем говорить о Божьей любви. Mēs turpinām runāt par Dieva mīlestību. И Библия говорит, пребывайте в любви. Un Bībele saka, palieciet mīlestībā. И возрастайте в любви. Un pieaudziet mīlestībā. Возрастайте в любви. Pieaudziet mīlestībā. Раскочегаривайте любовь. Uzkuriniet mīlestību. Мы кочегары, аллилуйя. Mēs esam кочегары, аллилуйя. Mēs esam слава Господу. И надо раскочегаривать. Un uguns ir jākurina. Если не подкидывать дров, огонь погасает. Ja nepiemet malku, tad uguns nodziest. Если не подкидывать дров, огонь гаснет так быстро. Un ja nepieliek malku, tad ļoti ātri uguns nodziest. Сначала угли тлеют, и потом Nu, sākumā все заканчивается. Uguns, un pēc tam jau viss Вот почему важно подливать масло в огонь. Un tāpēc ir svarīgi pieliet eļu uguni. Вот почему важно раскочегаривать огонь Божьей любви. Tāpēc ir svarīgi uzkurināt Dieva mīlestības ugunī. Вот почему важно всегда быть возбужденными. Tāpēc vienmēr ir svarīgi uzbudināt от Божьей любви. No Dieva mīlestības. От Божьей силы. No Dieva spēka. Когда ты возбужден. Когда у тебя восторг всегда есть о Господе. Когда ты наслаждаешься Богом. Когда ты бады Диэм. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Слава Господу. Луки 14 главу. Давайте мы продолжим говорить. Турпинасим Лука 14 нодаем. О Божьей благодати. Без благодати ничего не получится. Без жалости без наказности нас. Наши усилия, они всегда приводят к разочарованию. Мусу центия венмар, давай новости вилши нас. И Господь говорит, Он кумус сака, что вы спасены благодати, ка юс клапт за ужалсти, не вашими делами, не ар юс дарбием, но благодатью Господа Иисуса Христа, бет ар Иисус Христ ужалсти, любовью Отца, ар тау милостим, и силой и любовью Святого Духа. Un ar svētā gara spēku mīlestību. Aleluja. Вы знаете, этот мир, он может сделать очень много. Šī pasaule var izdarīt ļoti daudz. Он может строить хорошие дома. Tā var celt labas mājas. Выпускать хорошую еду. Var gatavot labu ēdienu. И для того, чтобы строить хорошие дома, быть хорошим водителем, или быть хорошим поваром, или хорошим юристом. Lai celt labas mājas, būt labs vadītājs, pavārs vai jurists. Не обязательно быть христианином. Нам облагает я под христианином. И множество успешных людей, которые не христиане. И люди дают весьма и человеку, кто знал христиане. Но что не может дать этот мир? Ведь кто не может дать и посала? Он не может дать благодать. Та не может дать жалостейбу. У него не получается. Та не сынок. Этот мир основан на законах. Ши посала и целта уз ликумем. Но Божье царство. Dieva valstība. И наше спасение основано на благодати Божьей. Мы спасены благодатью. Аллилуйя. И послание евреям говорится, смотрите, чтобы кто не лишился из вас. Un, teica, лай кац не благодати Божьей. Dieva жалостība. Иисус говорит, Jēzus saka, когда, вы помните, когда апостол Иоанн был в экстазе, atcerieties, kad apostols Jānis bija ekstāzē, увидел это видение, viņš ieraudzīja šo redzējumu, он показал ему, Dievs viņam rādīja, и он был в духе, viņš bija garā, где воскресный написано, svētdienas dienām ir rakstīts, но я верю, что он и в понедельник был в духе, es teicu, kad arī pirmdien viņš bija garā, и даже во вторник, un arī pat otrdien, и в маленькую пятницу в среду. Un mazajā piekdienā trešdienā. И в четверг и в пятницу. Un ceturtdienu piekdienu. И, конечно же, в субботу. Un, protams, ka sēdien. Он в духе. Viņš bija garā. Halleluja! Я верю, что мы всегда должны быть в духе. Es ticu, ka mums vienmēr jābūt garā. Мире могут сказать, слушай, не иди к начальнику, он не в духе сегодня. Pasaulē var teikt, ka neiešu šodien pie priekšnieka, viņš šodien nav noskaņojumā. Не иди, жена сегодня не в духе, или муж не в духе. Vai vīrs vai sieva nav pareizā noskaņojumā. Но я верю, что если мы рождены свыше, мы всегда в духе. Bet es ticu, ka, ja mēs esam dzimuši no augšanas, mēs vienmēr esam garā. Во всяком случае, разные настроения может быть, уставшие мы можем быть. Mums var būt dažādi noskaņojumi, mēs varam būt noguruši. Но мы в духе. Bet mēs esam garā. Дух Святой в нас. Svētais Gars ir mūsos. Аллилуйя. Иисус тогда сказал, Он сказал, что teica, очень важно находиться в этом восторге первой любви. Ka ir ļoti svarīgi atrasties šajā pirmās mīlestības sajūsmas stāvoklī. Я знаю, что есть очень много христиан, они такие
как монстры, робокопы просто. И тады, да, вот крестишь, как тады, робокопы тады, монстры. Они так вот ходят по жизни. Они готовы разрушать твердыни. Они готовы изнецинать цветочниц. И кто-то им вложил мысли, Kāds viņiem ir ielicis domas, что без их молитвы пробуждение не придет. Ka bez viņu lūkšanas atmod neatnāks. В Латвии. Latvijā. И часто воины. Un daudzreiz kareļi. Они не романтики. Viņi nav romantiķi. Но Господь говорит, я хочу, чтобы ты вернулся к первой любви. Bet Dievs saka, es gribu, lai tu atgriezies pie pirmās mīlestības. Вы знаете, что в первой любви есть? Ziniet, kas ir pirmajā mīlestībā? Такой щенячий восторг есть. Tāda Лилса Юс. Когда ты просто вот это состояние классное. Уже ставился ты пречикс. Поэтому очень многие святые в православной церкви и в католической церкви. Ты представляешь, да, вот святые, паристы тигея, как там познать? Их называли, знаете, как блаженными. У них сердце пара святые. И часто у нас такое представление блаженный человек, а слюни пускает такой, он сумасшедший. Dažkārt liekas, ka šis svētlaimīgais cilvēks, ka viņš ir tāds, ka nu, viņš ir neattīstīts. No samam dievi. Bet patiesībā. Blaženni. Это счастливый человек. Это радостный человек. Svētlaimīgais ir laimīgs cilvēks. Halleluja. Halleluja. То есть не только Августин блаженный. Но есть такая свадьбенькая свадьба. Ева она блаженная. А Ева свадьбенькая. Николай блаженный. Аллилуйя. Аллилуйя. Главное не потерять нить. Главное с эпизода это нить. О, аллилуйя. О, аллилуйя. Решили разобрать 12 шагов. Слава Господу, 12 соус. Или 12 ступеней. Остановились на первом. Паликам по первому. И как всегда напились. Как всегда напились. Кто знает такого рок-музыканта и артиста, актера? Кто же позвал таду? Философа. Философ, актер. В России Петр Мамонов. Кто-то слышал о нем? Петр Мамонов. Православный, да? Ой, чувак хороший, да? Ему 60 лет уже. Он была такая группа «Звуки Му» в России, очень известная. Но однажды Петр Мамонов, он пережил, радикально пережил встречу с Господом. И поэтому он везде, на концертах, везде в жизни, он везде проповедует Христа. И сегодня я прочитал такую интересную вещь, на Фейсбуке это поставил. Это тебя благословит. Вот Петр Мамонов, он пишет. Зачем мы живем? Капец, мы живем. Долгие годы я никак не отвечал на этот вопрос. Бегал мимо. Скрайгарам отвечал. Я был под кайфом. Es кайфую. Пил. Дзеру. Дрался. Кавос. Всем твердил, я главный. Он всем позвонил, я сам главный. А настоящий смысл жизни – это любить. Бет патиесис дзивс яга ир милет. Это жертвовать. Зедовать. Жертвовать и жертвовать. Зедовать и зедовать. Это отдавать. Это отдавать. Схема простейшая. Люд векаш схема. Это не значит ходить в церковь, ставить свечки и молиться. Это не называется идти в драуты, в базницу, налить свечицу и налуктес. Молитва важна и при жизни. Лукшен и сварига и дзиве. Слово спасибо, спасибо Богу. Это уже молитва. Варц, палдес, тас яу ир, та яу ир лукшен. Бывает, не могу очки найти, прошу Творца Вселенной, Господи, помоги. Un ir dažkārt es nevaru atrast savus brilles, un tad es lūdzu visas pasaules radītājiem, kungs palīdzi. И нахожу. Un atrodam. Даже маленькая просьба, запрос во Вселенную. Pat mazs lūgums, pieprasījums visumā. Вот крутняк. Ir крутня. Вот это все круто. Никакой героин рядом не лежал. Никакой героин не лежал. Господь не злой дядька с палкой, который сидит на облаке, считает наши поступки. Нет. Кумс нау
liknis vecīts, kas nūja, kas sēž uz mākoņu un skaita mūsu pārkāpumus. Он нас любит больше, чем мама, чем всем вместе взятые. Viņš mīlos vairāk kā mamma, kā septiņas kopā ņemts. И если какие-нибудь скорбные обстоятельства, значит, нашей душе это надо. У нее какие-то грудь обстоят, это означает, что мы стресла и то ваяк. Вспомните свою жизнь, моменты, когда было трудно и тяжело. Отсмотрите свою жизнь, то смирность, когда была грудь. Вот самый кайф, и вот мне круто, Бог с тобой. Он лукер и потесал, кайф, что это круто. Dievs ir ar tevi. Aleluja. Bog s tavoj. Dievs ir ar tevi. Skaži sasiedu, Bog s tavoj, ne Bog s tavoj, a Bog s tavoj. Pasaki savu kaifu, Dievs ir ar tevi. Slava Bogu. Aha! Aleluja. Aleluja. Aleluja, aleluja, aleluja. Я чувствую на всем этом огромное помазание. Es uzjūtu ļoti liels svētības šeit. Ты сбросила, привычка осталась. Луки 14:27. Лукас, Евангелие 14:27. Кто не несет креста своего и идет за мною, не может быть моим учеником. Es nesu savu krustu un nesako man, tas nevar būt mans māceklis. И это очень сильное место. Tā ir ļoti spēcīga rakstvieta. Которым это слова Господа. Ir tā kunga vārda. Но это место не имеет ничего общего. Bet tai nav nekāda sakara. С призывом убивать себя. Ar aicinājumu nogalināt sevi. Или умертвлять свою плоть. Vai arī mērtēt savu miesu. Крест, скажи крест. Крест, так крест. Аллилуйя, крест, аллилуйя. Крест для нас, для верующих, это удивительное место. Крест mums ticīgajiem, tā ir brīnišķīga vieta. Это то, что не понимали иудеи, то, что не понимали эллины. Tas ir tas, ko nesaprot ne ebreji, ne grieķi. Это центр вселенной. Tas ir visuma centrs. Это место, на котором были взяты наши грехи, наши проклятия. Аллилуйя, дам сейчас воды. Слава Богу. Кто подаст стакан воды, получит большое-большое благословение. Аллилуйя. Награда. На двоих. Слава Богу. Аллилуйя. На двоих. Привычка стала. Какая живая вода. Dzīves ūdens. Halleluja. Halleluja, halleluja. Sašanai. Dorožka policijskija stanīvīl batjušku, domāju, batjuška, vy pjēnē, at vas pakīt vienu. Vy pjēnē vienu. Policijas apstūdēja pareicicīgo mācītāju, prasījies esat dzēris. Batjuška, vy pjēnē, tolko vodu. Un mācītājs ir ne tikai ūdeni. Policijas gūt, nu at vas šo vienu pakīt. Viņš gūt, nu jums smaža pēc vīna. Batjuška padņal rūpju uz Gospodu. Господи, ты опять совершил это чудо. Мадрис, пацаны, Господи, Бог стархал из Дриша Брирум. Чудо происходит. Аллилуйя. На кресте. Ты просто. Все, что отделяло нас от Бога. Все, что отделяло нас от Бога. Навсегда, раз и навсегда. Reiz par visām reizēm, uz mūžīgu laikiem, tika paņemts prom. Zaviesa razervalas. Priekškars pārplīst. Sviepu donizu. No augšas līdz apakšai. Un mums ir dostup. Un mums ir piekļuve. Pa svētoju svētību. Uz svētākajām vietām. Un mums ir dostup. Mums ir piekļuve. Kod aktivirovan. Kods ir aktivizēts. Un mums ir paroli. Mums ir paroli. Mums ir orientīri. Mums ir orientieris. Mēs varam hatīt Božiem prisūstīt. Mēs varam ieiet Dievu klātbūt. Nesti Božiem pamazāni. Nesti Dievu svaidījumu. Halleluja! Ir kad tu slišas priziv, vasmini svoj kriest. Bet, kad tu dzirdi aicinājumu, ņem savu krustu.
Это ничего не имеет общего с призывом повторить то, что сделал Иисус. Там нам не кали сакаря, а айтинаемо дарито то пашу, которое Христос. Когда в мире празднуется Пасха, есть люди в Филиппинах и в других местах, они прибивают себя к Христу. Или привязывают, или прибивают. Они идут на Пасху и бьют себя этими цепями, плетками. Они думают, что они угождают Богу. Мы дома, когда та испытает Дева. И там сотни людей, они тащат кресты за собой. Но там сотни человек, тяжелые. Сэр, но это ничего общего не имеет с тем призывом, который дал Бог. И там надо как опая, райцинаем, кому не состоится дискурс. О, так важно не приносить бессмысленные жертвы. И так сварить не приносить безъятие, супус. И дорожить тем, он туда дорогу то, что уже совершил Господь на кресте. Не поклоняться кресту, но проповедовать крест. Ведь слудина от креста. Понимать, что произошло там. Что мы были в нем. Когда он был распят. Tad, kad viņš sita krustā. В нём мы умерли. Viņā mēs nomirām. И в нём мы воскресли. Un viņā mēs augšām cēlāmies. И когда ты это понимаешь, tad, kad tu to saproti, ты Библию по-другому читаешь. Tu lasi Bībeli savā. Ветхий Завет по-другому читаешь. Tu darīji lasi savā. И тогда ты не обесцениваешь то, что совершил Господь. Un tad, kad tu nenoniec to, ko ir palīdzis. На Голгофском кресте. Голгофском кресте. На Голгофском кресте. Pie Голгофского креста. Он уже всё совершил. Мы ничего не можем добавить к этому. У нас не получится. А если что-то мы пытаемся сделать, это всегда приведет к разочарованию. Господи, что тебе сделать? Ну что тебе сделать? А Господь говорит, прими то, что я уже сделал для тебя. Это самое главное. Это самое главное. О, аллилуйя. О, и там написано, кто не отрешится от всего. И очень важно читать через кровь Христа, через Его любовь, через Его жертву. Иисус говорит, я должен быть в центре твоей жизни. Не твое собственное «я». Не твои собственные дела. Но я в центре твоей жизни. Это слово о том, что мы Божьи, мы принадлежим Ему. Мы не свои. Mēs nepiederam sev. Мы куплены дорогой ценой. Mēs esam nopirkti par dārgu cenu. Иногда люди хвалятся своим крестом. Dažreiz cilvēki lielās ar savu krustu. И кто-то говорит, о, мой неверующий муж, это мой крест, или моя неверующая жена. Mans neticīgais laulātais ir mans krusts. Или там мои неверующие дети. Vai man neticīgie bērni. Или моя тяжелая работа, это мой крест. Vai mans smagais darbs, tas ir mans krusts. Или моя болезнь, это мой крест. Vai mana slimība ir mans krusts. Это ничего общего с Христом Христовым не имеет. Tam nav nekāda sakara Kristus krustu. Библия говорит, хвалитесь не своим крестом, хвалитесь Господом. Un Bībele saka, nelielieties ar savu krustu, bet ar to kungu. Тем, что Он совершил. Ar to, ko Viņš ir paveicis. Есть люди, которые хвалятся своим крестом, и они говорят, что обычно они все говорят, что все, что у них происходит, они под духовным соусом. И человек, который все, что они делают, они лежат там с горячей смертью. И человек хвалит сам себя. Он лелся, то человек лел под себя. Я разговариваю по телефону, и он полчаса мне рассказывает, как он постится, как он молится. Кого он знает? Великих служителей. И мне хочется просто спеть ему песню. Ты велик. Ты прекрасен и велик. То есть лелся, то есть прелесть. И хорош мне.